Симферопольская городская клиническая больница номер 7 – это многопрофильное лечебное учреждение. По истечению времени здание больницы и ее оборудование пришло в негодность. Здесь с нетерпением ждали завершения ремонтных работ по программе модернизации. И вот теперь в больнице все отделения полностью оборудованы современной техникой. Нормально, да? Прекрасно. Ну, слава богу. Ну, поправляйтесь сюда, только что могу сказать. Спасибо. Не болейте, пожалуйста. Ремонт проводился за счет бюджетных денежных средств. Условия работы учреждения в дальнейшем будут меняться, рассказывает министр здравоохранения Республики Крым Александр Галенко. Мы ее сейчас делаем с таким прицелом, что в дальнейшем мы будем сюда все-таки ставить ангиограф. Угу. И когда сделаем операционный, то это будет полностью цикл и терапевтическое лечение тяжелой патологии, и сердечной, и нервно-сосудистой, плюс оперативное лечение. То есть мы на перспективу думаем, что это будет полностью современный медицинский центр. После осмотра отремонтированных отделений Сергей Аксенов подчеркнул, больница полностью соответствует всем стандартам. Все больницы должны вот такой вид иметь. Так и должно быть на самом деле. Если уже человек, попадая в больницу, чувствовал, что ему здесь помогают и желают его выздоровления. Здесь я чувствую, атмосфера хорошая, нормальная. И так нужно, чтобы было везде. Пока это лучший показатель на полуострове. Для города больница играет немаловажную роль. Она обслуживает более 70 тысяч человек. Дарья Костенко, служба новостей ИТВ.